Вот только не надо говорить, что вы не подзарядились. Они, гады, вообще не это. Точнее, они подзарядились, но топливо не загрузили. То есть вместо топлива взяли патроны. Да, конечно, это логически правильно, но, блин. Ну какого черта? Какого черта ты газонокосилка? Опять встали. О! Неужели? Эти все, эти нормально. Доехали. Мудрость Финкунгдыш, Зумас Залинас. Конечно, конечно. Давай ты просто, блин, заправишь их топливом. Заправишь их топливом, блин, а не боеприпасами. Ни в какие ворота. Еще и, блин, запасы уменьшаются. Это пипец, это жрет одна арта только. Точнее, три. А я еще подкачу 6. И ничего не останется. Какие вы ненасытные. Доедьте, пожалуйста, господа. Чувствую, они и сейчас не доедут. Задние не доедут точно. Задние тупо не доедут. Станут прям в сантиметре, наверное. А нет, все-таки доехали. Но это никому не поможет, потому что сейчас база просто опустошится. Да, зверские темпы поглощения всего и вся. Арта, удовольствие не из дешевых. Все, ладно. Зарядились, заправились. Теперь можно, наверное, вести разведку. Что-то мне кажется, что там стоит Шилка, и сейчас будет очень весело. Просто до задницы как весело. Ну что, а вдоль леса пролетим? Не будем так сразу вглубь. Периметр-то практически чист. Не столько он, Ми-24 и все. И то на земле. И то не на не в аэропорту, а рядом с ним. Не представляю, откуда я потом такое количество боеприпасов возьму. Да и плевать. Так, Хэви Хок. Вы уже разрядились, да? Да нет, не разрядились. А чё не атакуем? Командант, 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 командант. Куда полетели? Куда полетели-то? Вот идиоты! Сейчас собьют. Сейчас ведь собьют тупо. Чего боком-то летите?
Блин, столько ракет. А толку? Просто огненный дождь на один танк. Ну ладно, это лучше, чем ничего. Пускай хоть так. Смешно смотрится. Экс. Там свое веселье. Давай, может, какой-нибудь миниганом, а, все-таки. Нет. Отступать-то они все отступают, а вот. Потом-то они будут наступать, вот в чем прикол. Ай-яй-яй-яй, шилка. Либо не шилка, но что-нибудь типа того, все равно опасное. Надо по-хорошему выгнать их из леса. Но они из леса в лес опять уезжают. Только в другой. И толку от этого никакого. Неужели здесь нет никакой базы снабжения? Я вообще все израсходовал уже. Попробуем зачистить город. Ну это, я так понимаю, супер спецназ, который может вообще все уничтожить. Попытаемся проникнуть в город. По-моему, здесь была база снабжения. Либо у меня глюки. Что скорее всего. Ну, кто еще? Фак. Что там происходит? Половину всех уничтожили, отлично. Стоило отвлечься на секунду, как уже половины нету бойцов. Да вы делаете что-нибудь, а? Нет! У-у-у, шилка! Да твою налево! Твою налево! Уничтожай шилку, дура! Шилку уничтожай!
Фух. Так, хотите сказать, что это еще не все, да? У меня ни топлива, ни патронов уже не остается. У меня нет баз, на которых я могу перезарядиться. У меня только до жопы денег, которые я не могу потратить. И усё. Что я должен захватить? Так, с топливом пока все в порядке. Так, меня звонят, отлично просто. Так, продолжаем. Исследовать местность. По периметру рассылаем наши вертолеты. Потому что, как вы видели, и здесь Шилк стояла. Черт знает, где они еще могут быть. Так, а у меня топливо, это тю-тю на танках, видимо. Твою мау, ни хрена ж себе! Офигеть! Нифига себе, спрятались. Ну, класс, еще минус. Дайте мне вызвать танки, как вы заколебали. Этих может до жопы. Этих по одному почему-то. Давайте вызовем. Так, поддержка. Не то. Еще мардеров. Все, встали без топлива. А мне нечем заряжать их. Точнее, мне нечем даже грузовики снабжения наполнять. Я столько новые вызывать. Попытаемся заправить 70-ки. На них надежда. Блин, как с этим топливом все сложно. Ладно, надеюсь, они быстренько доедут. Чтобы уж полчаса не ждать. Там один наглый по встречке едет. И такой грузовичок за ними со всеми. На обгон. Как бы их так подсветить-то? Они свесятся, главное, когда на сантиметр подлетаешь. Естественно, любой вертолет там сразу же подыхает. И что мне делать с этим?